ждешь, когда я приду к тебе. Ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как я. Печать твоей любви в сердце моё. Летящая стрела, ничто не в силах угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моё. Велика твоя любовь, мой Бог, ревность, как летящая стрела, ничто не в силах. Больше не хочу говорить.
тебе буду здесь себя не лишь смотреть на тебя хочу, только петь лишь тебе. Больше не хочу говорить о тебе, буду здесь себя не лишь смотреть на тебя хочу, только петь лишь тебе. Когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда когда я приду. Господь, мы поклоняемся Тебе в это утро. Ты ждешь, когда мы придем, Господь, такие, как есть. Вместе с группой еще раз. Ты ждешь, когда я приду. Господь, мы поклоняемся Тебе в это утро. Господь, мы приходим к Тебе такие, как есть. Ты ждешь, когда я приду к Тебе. Ты ждешь, когда я приду, Господь. Такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду. Ты ждешь, когда я приду, Господь. Когда я приду к тебе, такой, как есть. Ждешь, когда я приду. Ты ждешь, когда я приду, такой, как есть. Мы благодарим Тебя, Господь, в это утро за то, что Ты пробудил нас в это утро, Господь, за то, что Ты привел нас в это место. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы воздаем Тебе всю славу и честь. Ты единственный, кто заслуживаешь всей чести. Ты единственный, кому принадлежит вся слава и честь. В это утро, Господь, мы приходим к Тебе такие, как есть. Нам нечем оправдаться, Господь, мы только оправдываемся Сыном Твоим единственным.
божественным. Мы только оправдываемся сегодня жертвой Твоей. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил славу неба и пришел на эту грешную землю. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты оставил славу неба и пришел на эту грешную землю, пройдя по этой земле, не сделая ни одного греха. Кровью Своей омыл каждого из нас и искупил от нашей греховной жизни. Ты сроднил нас друг с другом. Ты приблизил нас к Отцу. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за каждую каплю крови, пролитой за наши грехи. Мы благодарим Тебя за то, что ранами Твоими мы исцелены. Мы благодарим Тебя за то, что ранами Твоими мы исцелены сегодня. Та же самая кровь, которая действовала более 2000 лет назад, она сегодня действует и в наше время, и в нашем служении. Та же самая сила Ишуа Мессии, которая была жива и действенна более 2000 лет назад, она сегодня действует здесь и сейчас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избрал нас. Среди тысячи народов Ты избрал нас. Мы благодарим Тебя. Мы приходим к Тебе такие, как есть. Зажги все, что мешает Тебе, Господь, в нашей жизни, в жизни наших детей. Удали и убери все с нашей жизни, Господь, то, что не от Тебя. Смотреть на Тебя хочу, только петь лишь Тебе. Что ж, когда я приду к Тебе? Ты ждешь, когда я приду, Господь? Такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к Тебе? Такую любовью, Господь, что мы часто даже не осознаем. Все, что Ты ожидаешь, Господь, сегодня от нас, чтобы мы пришли к Тебе, такие, как есть. Чтобы мы пришли к Тебе перед Тобою, такие, как есть, Господь, ничего не скрывая, снимая маски, Господь, и пришли такие, как есть. Когда я приду к Тебе, когда я приду к Тебе. Мы приходим перед Тобой, такие, как есть, Господь, прости нас. Такой, как есть. Прости нас там, где мы неправильно поступали, прости нас там, где мы нагрубили, прости нас там, где мы обманули. Прости нас, Господь, там, где мы сказали не то, что надо, себе во благо. Ждешь, когда я приду. Мы приходим пред Тобою, такие, как есть, Господь. Очисти нас, очисти сердца наши. Ты ждешь, когда я приду. Очисти наши сердца, Отец, я прошу Тебя во имя Ишуа, для того, чтобы нам слышать Тебя, слышать от Тебя, когда Ты говоришь, Господь. Чтобы нам не пропустить самое главное во имя Ишуа. Приди от Него.
все, что Тебе мешает, Господь. Сожги все, что Тебе мешает, Господь. Все, что не от Тебя, Господь, удали от нас, нашей жизни. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, благослови наши семьи, Господь, чтобы мы четко слышали голос Твой. Благослови нас, Господь, чтобы мы использовали это время в большей мере, Господь, в молитвах и искании Тебя, Господь. Научи нас, как искать Тебя на всяком месте. Говори к нам, Духом Святым обличай нас, Господь. Время действительно не из лучших, время последнее. Благослови нашу молодежь, благослови наших детей, Господь. Используй их для славы Твоей. Действуй в них и через них, Отец, мы просим Тебя. Зажги их сердца, Господь, чтобы они горели для Тебя. И чтобы они действительно были светом, сияющим в темноте, среди этого строптивого, развращенного мира. Там, где размыты все границы почти. Используй их, Господь. Используй это будущее поколение, чтобы они шли и возвещали о великих чудных делах Твоих. Мы просим Тебя, Господь, благослови каждого человека на этом месте. Мы благословляем именем Иешуа. Благослови каждую семью. Благослови каждого мужа, каждого отца. Благослови каждую мать, каждую жену. Во имя Иешуа мы просим Тебя. Слово, которое будет говориться с этого места, Господь, приправь солью, чтобы мы, уходя с этого места, ушли измененными, чтобы мы, уходя с этого места, не уходили такие, как пришли сюда, но лучше, измененный. Во имя Иешуа мы просим Тебя. Во имя Иешуа мы просим Тебя. Амен. Амен. Нужд не было у нас, никто не записывал нужды, но мы все равно спросим, если у вас есть нужды, поднимите руку,